26 сентября в Каспийске на базе Республиканского центра образования состоялся форум «Образовательная среда. Территория без экстремизма». Началось мероприятие с торжественного открытия, которое было направлено на профилактику идеологии экстремизма в молодежной среде, среди обучающихся образовательных учреждений, студентов, учреждений среднего профессионального образования и педагогов Республики Дагестан. Открыли мероприятие воспитанники РЦО с тематической постановкой. На самом деле экстремизм и его крайняя форма терроризм являются одной из самых опасных общественно-политических проблем. Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача государства, это задача и представителей гражданского общества, общественных и религиозных объединений, отдельных граждан. Поэтому данная тема требует пристального внимания и необходимости быстрого реагирования на попытки отдельных лиц и организаций посеять рознь между народами и различными группами населения нашей страны. В связи с этим для всех присутствующих были воспроизведены социальные ролики и театральные постановки о ужасах терроризма. В рамках программы также были развернуты интерактивные площадки, гончарное мастерство, выставки и многое другое. Форум представил вашему вниманию большое количество практических площадок, на которых спикеры показывали свои практики, рассказывали о работе, которая направлена на формирование духовно-нравственного, гражданского, патриотического, гуманитарного, эстетического воспитания и на формирование культуры здорового образа жизни. Вскоре после открытия поприветствовали всех присутствующих почетные гости мероприятия. Или сегодня трудно говорить, и это, наверное, результат той работы, которая вот была проделана с детьми. И дети, наверное, пропустили это через все свое сердце. Я думаю, что все, кто сидит сегодня в зале, точно так же, у вас такое же отношение, как и у меня. Я думаю, что мы можем много говорить о том, что плохо, о том, что хорошо, но мы должны дать детям вот это чувство, которое не дало бы им возможности участвовать вот в таких всяких ненужных, непонятных, грязных, очень таких агрессивных акциях. Завершилось событие интерактивными занятиями со старшеклассниками, мастер-классами и тренингами. Отметим, что организовано мероприятие по инициативе Министерства образования и науки Республики Дагестан.